В Грозном сегодня прошел митинг в поддержку властей республики, который под лозунгом «В единстве наша сила» собрал сотни тысяч человек. Некоторые специально приехали в столицу Чеченской республики из соседних регионов. Репортаж Муслима Басханова. Люди собирались возле центральной мечети города с 8 часов утра с транспарантами и баннерами. Главная площадь Грозного не смогла вместить всех желающих. Люди стояли на прилегающих к ней улицах. По данным МВД республики, в демонстрации приняли участие не менее 800 тысяч человек. Этот митинг, как здесь говорят, ответ тем, кто собирал подписи за отставку Кадырова. Люди, пришедшие на площадь, другого мнения. Я пришла отстаивать своего президента, если честно сказать. На сегодняшний день... своей республике, чтобы был мир, главное, чтобы не было войны. Просто в соцсетях пишут очень многие, вот за критикуют его. Абсолютно мне не нравится это, если честно сказать. Сегодня мир в Грозном. Расцветает наш город, цветет. Это хорошо, что все люди вышли и показали, и доказали, что наш президент лучший. Вы знаете, мне уже за 40. И я помню все события, которые происходили в нашей стране в целом, начиная с 90-х годов и период перестройки тоже. Но такого лидера, такого человека, который мог собрать из ничего вот такую республику, не было. Поэтому я считаю, он сделал все. Многие приехали на митинг из отдаленных районов республики, даже из других регионов страны. Сегодня здесь собрались люди, как представители кабардинского народа, так и балкарского народа. Люди, которым не безразлично то, что творится на сегодняшний день. Здесь у нас, здесь почему? Потому что мы не считаем Чечню или другие регионы, кроме как братскими народами. Акция продолжалась несколько часов. Сам глава республики на ней не присутствовал. Рамзан Кадыров, обычно чрезвычайно активный в социальных сетях, пока никак не прокомментировал митинг в свою поддержку. Муслим Басханов, Ибрагим Амирханов, Ислам Устарханов. Первый канал, Чеченская республика.